DonnyCase.ru – лучший магазин игр и аккаунтов. Испытай свою удачу и выиграй CSGO или PUBG всего за 99 рублей. Или GTA 5 за 159 рублей. А также за 50 рублей ты можешь выиграть любую другую игру. Заходи и покупай, ссылка в описании. А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативный комментарий и, как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Ребята, всем привет! С вами снова Донни, и сегодня у нас новенькая серия по зомби-апокалипсису в GTA 5. Ну что же, в прошлой серии мы нашли вот такой вот здоровенный ангар и решили сделать из него свою базу. Мы поставили ворота, забор. В принципе, база получилась очень даже защищенная. И также в прошлой серии мы нашли трех выживших, но двое из них решили уйти. Честно говоря, даже не знаю почему, ну да это и не важно. Друзья, чем сегодня мы с вами займемся? В прошлой серии от одного из выживших мы узнали, что по ту сторону озера, скорее всего, есть здоровенная база выживших, прямо защищенная, охраняемая с военными. Поэтому сегодня мы постараемся туда попасть. Так, мы, ребята, открываем забор. Отлично. Садимся в наш хаммер и можно ехать. Так вот, мы залезаем. Выживший тоже садится. Заборчик открывается. И, разумеется, его нужно теперь закрыть. Давайте мы это все сделаем очень быстро, вот так вот. И, в принципе, ребята, вот. Конечно, хорошо было бы иметь каких-нибудь охранников, чтобы мы, например, ездили искали лут, а остальные охраняли нашу базу. Но почему-то двое других решили уйти. Ну да и фиг с ними, найдем других. Ребята, мы садимся в наш хаммер и поехали. Значит, сначала нам нужно найти бензин, потому что у нас буквально пол бака. Отлично, можно ехать. Осторожненько, осторожненько. Здесь мы так вот проезжаем. И если я не ошибаюсь, то вот там вот справа есть заправка. Отлично, и можно поворачивать, в принципе. Чё, зомби? А, да, зомби появились. Там около базы почему-то не было зомби. Ух ты ж, блин, нифига себе. Как-то я так странно поехал. Но слушайте, хаммер просто проезжает где угодно. Ну, офигенный аппарат вообще просто. Вот это реально классная находка. И вот, ребята, заправка. Так, а здесь у нас очень много ходячих. Давайте мы сейчас припаркуемся вот так вот. Теперь давайте мы это все сейчас быстренько зачистим. Так, минус. 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 Так. Твою мать! Ой, ребята. Да ё-моё, ну... Ребята, нашего выжившего заразили. Ну вот неужели ты не смог? У тебя автомат. У тебя автомат, и ты не смог завалить одного. Просто вот одного. Зомби. Ну как так-то, чувак? Ну ёлки-палки, а? Да, ребята. Вот это печально. А кто стреляет? Кто стреляет? Где стрельба? Ладно, неважно. Сейчас мы, ребята, полный бак зальем. Ну что поделать, блин. Вот почему-то выживший вот наш, который вот остался один и всех троих. Почему-то он жестко тупанул. Так, а мы, ребята, быстро бежим в магазин. Сейчас мы что-нибудь быстренько еще возьмем. Поесть. А, слушайте, у меня нет больше места, получается. У меня еды по максимуму. Нифига себе. Это хорошо. Ребята, это круто. Ладно. Поехали дальше. Вот там вот сзади какая-то стрельба. И мне что-то подсказывает, что это враги. И я думаю, что у них, возможно, можно найти лут какой-нибудь. Ну там, в смысле, оружие. А мне оружие как раз надо. А, смотрите, они застряли там. Они там застряли. Ну давайте поможем им выбраться, что ли. Ух ты ж, сколько вас, нифига себе. Блин, сколько зомби. Йо, сколько зомби. Ясно, ясно, все, мы берем сейчас оружие. И быстро сваливаем. И быстро, быстро, быстро сваливаем. Так, все, можно ехать. Быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 поехали. Отлично. Что-то взорвалось. Нифига себе.
Не, ну ребята, Хаммер просто классная тачка, мне нравится. Конечно, печально, что мы не смогли сейчас спасти нашего выжившего. Но я-то уж думал, что хотя бы одного зомби он завалить сможет. Просто у меня там было... у меня там было 4 зомби, и я просто не смог ему помочь. Уже было поздно. Капец, вы, ребята, ну это просто дичь. Короче, ладно, это не важно, потому что я думаю, что мы еще выживших найдем. Нам нужно попасть вот на ту сторону этого озера. Поэтому, ребята, поехали. Так, ребят, у меня, короче, крашнулась игра и пропал автомат. Зашибись просто, просто класс. Ну как так, а? Ладно, короче говоря, мы едем дальше. Вообще, ребята, честно говоря, я даже не знаю, получится ли нам сегодня найти ту самую базу. Потому что есть одно очень большое препятствие. Это стена через весь штат. Об этом я рассказывал в первой серии по зомби-апокалипсису. Но если вдруг вы не смотрели или же просто забыли, то я напомню. Короче говоря, когда эта эпидемия началась, власти штата решили построить целую стену через весь Сан-Андреас, разделяя тем самым Сан-Андреас от Палета Бэй и Сэнди Шорс. И, короче говоря, даже не знаю, получится ли нам эту стену преодолеть. Там, ребята, аирдроп. Я там вижу дым красный. Ну-ка, поехали. Ну-ка, ребята, быстро поехали искать аирдроп. Возможно, там хорошее оружие. Сейчас посмотрим. Ну-ка. А где они? Так, ребята, мы на месте. Отлично, у нас есть винтовочка снайперская, поэтому если мы сейчас сделаем как-нибудь вот так вот, то это будет просто великолепно. Минус, еще есть? Кажется, есть, да? Я не вижу просто, где еще? Вон там вот еще я вижу. Короче, ребята, поехали. Быстренько садимся. И поехали за ящиком, за аирдропом. Так. Отлично, у него автомат, ребята, у него автомат. А это ящик. Так, оружие есть. Что за оружие? А что, где оружие-то? Блин, где оружие? Мы немного оружия нашли, это хорошо, но это как-то очень мало. А где все остальное-то? Блин, я думал, что мы сейчас прям найдем хорошее оружие, а здесь как-то прям вообще ни о чем. Ну, ребята, жесть. Как так-то? Да уж. Такой себе аирдроп, скажем, по-честному. Ладно, разворачиваемся. И, ребята, поехали. Нам сейчас вроде как нужно налево, если я не ошибаюсь, конечно. Вроде как сюда. Пока я никакой стены не вижу, поэтому, может быть, это все были слухи? Или, ребята, нет? А это что такое? Ребята, а это... Ё-моё, а вот и стена! А вот и стена. А что за жесть? Почему проезд заблокирован? А как... Ребята, мы проехать-то не сможем, получается, да? Йо, друзья, я думал, это слухи. Но ни хрена, вы посмотрите. Это реально стена. Так, а там, по идее, есть еще один проезд. Может быть, мы сможем проехать там? Вот это дичь просто. Так, еще один проезд. И здесь тоже, друзья, все заблокировано. А здесь нет. А здесь не заблокировано. А здесь заблокировано, да? Ой-ой-ой, ребята. Зашибись, да? Вообще просто класс. Не, конечно, пешком перейти можно. Но на автомобиле получается нет. Посмотрите, там все просто, там стена. Просто стена. И там снизу? Да ладно, даже снизу стена. Офигеть, просто можно. А что делать? А как нам переехать? Просто все эти проезды почему-то заблокированы.
Это как так-то? Я просто, ребята, в шоке. Может быть, вон там где-нибудь есть проезд. Ой, тихо, Хаммер, пожалуйста, только ты не перевернись. Ребят, ну вы это просто, вот смотрите на это, просто посмотрите на это. Да ладно. Нет, знаете что, давайте мы сейчас, конечно, еще проедем, посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что как бы мы сейчас не искали проезд, проезда здесь не будет. Здесь тоже сплошная стена. И здесь тоже, да, ребята? И здесь тоже, вон, гляньте, просто. Вот вы, блин, я... Вы только представьте, какую стену они отстроили, что это вот все, ребята. Это все одна стена, и она уходит... Так, зомби? Мне показалось. И она уходит куда-то вот туда вот дальше. И мне кажется, что... Блин, вот это жесть. Просто. Там тоже он какой-то... Опа-па, выжившие? А, это которые эти злобные враги. Так, давайте мы сейчас наш Хаммер заберем. Да, ребята, наверное, сегодня мы не сможем найти ту самую базу. Потому что я, честно говоря, Хаммер не хочу бросать. Вот, а даже если вот так вот... Нет, это просто, ребят, это просто железная стена. Конечно, она деревянная, но там, скорее всего, железные подпорки какие-нибудь. Фиг его знает. И даже, блин, там есть проезд, и он заблокирован. Зашибись просто. Так, у нас бензина очень мало, поэтому нужно искать заправку срочно. А где у нас есть заправки? Так, у нас есть... А, знаете что? Можно в принципе, можно сейчас припарковаться здесь и добежать до заправки. Взять канистру и потом заправить наш Хаммер. Ой, тихо. Вот так вот, все, стоим. Так, ребята, все, выходим. Знаете что? Так, все, бежим. Отлично. Там все в зомби. Ну да, это не важно. Нам нужно просто найти канистру. Быстрее. Так. Никого нет. Так, ага, вот. Вот она, да? И бежим, ребята, бежим обратно. Уже вечереет. Я выехал, ребята, в 10 утра. Около 11 было утра, уже вечереет. Да уж, ладно. Сейчас мы зальем бензин. Так, у нас здесь какой-то аэродроп. Конечно, без оружия здесь делать вообще нечего. Кто? Ты, твою мать, очень близко подошел, чувак. Мне нужно оружие, просто срочно нужно оружие. Я бегаю с пистолетом, с винтовкой снайперской. И буквально у меня там пару патронов в автомате. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть, он выехал, ребята, вы это видели? Я уже думал все, что машина пропала. Хватаем аэродроп сейчас, по-быстрому. Как раз мы сверху. Сейчас мы с ними разберемся. Так. Все, убрали. Быстро бежим. Бежим. Быстрее. Так. Хватаем оружие и аэродроп. Пускай здесь будет оружие, пожалуйста. Есть оружие. Что? Что мы нашли? Ух ты ж, блин, да ладно. Так, у нас есть, получается, дробовик есть. Так, что еще есть? Сколько, ребята, сколько оружия. Офигенно просто. Даже есть пулемет. Вот это мы сейчас четко забежали. Вот это реально классно. Просто они ж отлетают, ребят, они просто отлетают. Ну-ка, если взять дробаш,
Так, они... А, у нас типа ночь, да? Бешеные зомби и все дела. Ребята, пора сваливать, пора сваливать. Все, мы, ребята, просто едем. Знаете что, давайте, я думаю, на этом мы эту серию пока закончим. А в следующей серии, я думаю, что мы постараемся все же найти ту самую базу выживших. Если, конечно, это не слух, потому что я пока в этом не уверен. Но я тоже верил слухам по поводу стены, и стена оказалась реалью. То есть я думал, что стена это тоже что-то нереальное, но, ребята, нет. Стена реально существует. Поезд стоит здесь. Ребята, я очень надеюсь, что вам эта серия понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Ну а если вам нужна прокачка в GTA Online, то заходите в мою группу, где мы выполняем заказы быстро и качественно. Прокачиваем аккаунты на ПК без переноса и риска бана. А первые 20 покупателей получают бонус в размере 100 миллионов к любому пакету заказа. А указав промокод DONI20, вы получаете еще приятные бонусы. Заходи и покупай, ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.